Так, здравствуйте, дорогие друзья, родные азербайджанцы. Ну, вы, наверное, уже все слышали, Мадагизм, над Мадагизом флаг Азербайджана уже веет. Все, эта территория наша, об этом уже президент, главнокомандующий азербайджанской армии сообщил лично. Ну, еще много чего услышите, пока не можем говорить, пока не подтверждено официально. Дело не в этом. Я, конечно, радуюсь каждой победе нашей армии. Это безусловно, радуюсь со всеми вместе. Но я жду шушу, дорогие друзья, шушу я жду. Что я хотел сказать, почему вот я сейчас решил записать этот короткий ролик. Я хочу обратиться ко всем азербайджанцам, родным азербайджанцам, нашим соотечественникам, гражданам Азербайджана, всем, кто любит, уважает нашу страну, считает своей родиной. Дорогие друзья, нам нужно поднять дух у всех армян, проживающих в других странах. Нам нужно поднять дух у всех армян, которые проживают в других странах. Подтолкнуть их, знаете, пошевелить их, чтобы они все приехали в Карабах. Все защищат Арцох. Они же этого хотят. Типа, почему, почему-то они приезжают. Вот нам надо сделать все, дорогие друзья, все, чтобы подбодрить их, поднять дух у них, чтобы они все приехали в Карабах. А потом, я вас уверяю, дорогие друзья, 100% гарантии вам даю, что все страны и народы этих стран будут нас поблагодарить за кое-что. Работаем, братья, работаем.